архипелаг Шпицбестен, северная часть королевства Норвегия, демилитаризованная зона, территория, где нет ни одного военного объекта, зона всемирной безопасности и последний оплот надежды человечества. Здесь, в вечной мерзлоте и льдах, было построено хранилище для семян, к которому придут те, кто сможет выжить. Тоннель длиной 120 метров. Мы идем прямо внутри горы. В этом хранилище находится население.